Продолжаем трансляцию. Обладатель Кубка России в командном первенстве Антон Глебко. Антон, поздравляю с победой. Скажи, насколько принципиально было встретиться именно с Москвой в финале, да, и победить ее? Ну, мы практически каждое соревнование с ними фехтуем, и это принципиальная встреча. И у нас сейчас состав поменялся, у нас выбыл очень сильный спортсмен Антон Авдеев, и его заменяют молодые ребята. И хорошо, что сегодня таким составом получилось выиграть достаточно сильную, одну из самых сильных команд в России. Это первую Москву, и это очень радует, что молодежь наша растет, и мы будем в дальнейшем бороться за золото кубков и чемпионатов России. Вчера поднялся на вторую строчку пьедестала, сегодня на первую. От какой медали больше внутреннего удовольствия, от какой медали больше, так сказать, радости? Ну, это разные соревнования, командные и личные. Ну, очень рад, что вчера завоевал серебро. Это нужные очки для попадания в сборную России. А сегодняшнее золото, это как подпитка своих внутренних резервов для уверенности в себе. И, в общем, обе медали, они принесли положительные эмоции, и я очень рад. Ну и последний вопрос о дальнейших планах на сезон. Да, как вообще, какие места планируешь занимать, куда поедете, на что настраиваешься особенно? Ну, планирую занимать самые высокие места. Я не буду говорить там, какие, но... Ну, рассчитываю, конечно, всегда на золото, но не всегда получается. Но поедем сейчас мы в Катар, следующий у нас этап Кубка мира. Было бы неплохо там успешно выступить, опять же, чтобы набрать там очков для попадания в сборную России. Ну а в перспективе надо попадать в сборную России и выступать на чемпионате Европы и мира, и завоевывать там медали.